В администрации Шадринска заместитель главы города по строительству и архитектуре Валентин Дорошенко провел совещание с дорожными службами. Подрядные организации в круглосуточном режиме продолжают очищать дороги и вывозить снег с городских улиц. Если в микрорайонах подрядчики могут работать днем, то в центральной части города ситуация зачастую осложняется интенсивным движением и припаркованным автотранспортом. Ежедневно на уборку дорог и тротуаров выводится около 30 единиц техники и более 20 дорожных рабочих. Вручную убирается снег с перекрытия пешеходных переходов, остановок и других недоступных для техники мест. Очистка проезжей части от снега производится поэтапно. В первую очередь это въезды в город, транзитные улицы, маршруты движения городского пассажирского транспорта и центральные улицы микрорайонов. После этого параллельно с уборкой дорог других категорий подрядные организации приступают к вывозу снега. Порядок на городских общественных территориях, в скверах и парках ежедневно осуществляют специалисты Шадринского лесхоза. Стоит отметить, что во дворах многоквартирных домов уборкой снега должны заниматься управляющие компании, ТСЖ, либо сами жильцы. Всего за неполный месяц текущего года подрядными организациями было вывезено более 10 тысяч тонн снега.